Всем привет, с вами как всегда Влад, и вы на моем канале. Сегодня мы будем опять получать ачивки. Но не будем долго так тянуть, и посмотрим, какая у нас ачивка. Еще качели, возьмите звезду между двумя качелями на 26 уровне. Ок. 26 уровень. Оп, ачивка. Веселые качели. Это все, чего мы добивались. Спасибо, кубик. Подпрыгните с низа кубика до нужной высоты в уровне 29. Не понял, конечно, задание, но ладно. Я знаю, это уровень 29. Давай, верный. Ну давай уже, я жду. Хорош. Бам! Ну что я должен сделать? Ачивки нету. А, вот так, точно, вспомнил, блин. Не так. Вот так? Да, вот так. Заодно пройдем. Разработчики... Подожди, разборки на ленте. Сори, разработчики. Кто так сказал? Убейте всех кубиков на конвейере над уровнем 35. Это же получается фабрика. Даже звездочки не буду собирать. Ачивка. Сборки на ленте. Это легко. Чунь не помер. Бегите от лазерного луча уровня 33. То есть здесь есть лазерный луч. Блин, а здесь мой шарик уже помер. Вот, чё не помню. Кстати, о шарике. Давайте возьмем шарик-апельсинку в честь того, что я профессионал. Потому что это шарик профессионала. Безупречные равновесия. Что надо сделать? Пройдите цепные весы на уровне 34. Бах. А что здесь надо было проходить? А что надо было делать? А, вот, все норм. Супечное равновесие. Давай до 60. Умер от лазера 5 раз.
за один уровень. Сгорю на работе. Ну где можно лазеры взять? Ну, на 32-м возможно. Пять раз сдохнуть на лазере. Чем ты занимаешься в этой жизни? Убиваю шарика ради достижения. Тупил. Блин, это же эта локация. Вот этот дремучий лес. Раз. Хотя пока ачивка не додействует. И третий раз. Влад, чем ты занимаешься в этой жизни? Убиваю шарика, пока не получу ачивку. А зачем ты это делаешь? Ради видео, ради контента. И что? Кому нравится шутка, ставьте лайки. Сколько? 1003 ачивки. Сдохнуть от пресса 5 раз за один уровень. Мы уже... узнали, что это на 38-м. Я, кстати, чё не упал. Ой! Упал! Прыгаем. Итак, я... И тем самым я не собрал звездочки. Раздави меня! Это прикольно. Давай еще. Не раздавишь. А куда дальше? Блин. Не распрыгался. Оп. Ай. Подожди, какая-то пила. Это прессы. Стой. И вот ачивка. Смертельный удар. Пройдите пропасть, постоянно прыгая на корзине в уровне 10. Бесконечно надо прыгать на ней. Так, буду делать экстремал. Все, он сделал, мой шарик первый сделает этот экстрим. Безупречный прыгун. Столкновение вражеского кубика в контакте. С-49. Ок, 49. Лунная локация. Столкновение. Или как? Подожди. А какого кубика? Кубик вроде бы. Звездочки я уже не обязан собирать, потому что я уже прошла все уровни на золотую медаль. Вот так? Да, так надо было. Подвинься. Прикольно назвали. 60? Да, 60. Кому этот трюк понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока. И напишите в комментариях. Хоть будет третья часть или нет, это вам решать. Всем пока-пока.